комплексном центре социального обслуживания и реабилитации Серпуховский состоялось традиционное мероприятие в рамках месячника «Белая трость». Его цель – напомнить окружающим, что среди нас живут люди, которые полностью или частично лишены возможности видеть, и им тоже нужна помощь и поддержка. Для ребят со слабым зрением в отделении социального обслуживания и реабилитации был организован настоящий праздник. День «Белой трости» в центре отмечают более 10 лет. Его почетным гостем стала депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова. Я хочу пожелать всем радости, успехов и чтобы всегда все в жизни складывалось хорошо. А родителям, чтобы всегда была помощь извне. Белый цвет – это цвет надежды, это цвет любви. Поэтому я хочу пожелать вам всем, чтобы в вашем доме, в ваших сердцах всегда была любовь, всегда была надежда, чтобы вы всегда улыбались, то есть почаще встречались, побольше общались. В общем, хочется пожелать вам и здоровья и вам, и вашим близким. Терпения вам хочется пожелать. Ну и поздравить вас всех с этим праздником. Какой же праздник без подарков? Дети получили сладости от Татьяны Корзубовой и развивающие книги с тактильными вкладышами от благотворительного центра «Иллюстрированные книги маленьким слепым детям», которые помогут ребятам лучше понять окружающий мир. Мы благодарим общественный благотворительный фонд «Иллюстрированные книги маленьким слепым детям» за великолепные, красочные, интерактивные наборы для наших маленьких подопечных. Благодарим спонсора банк ПАО ВТБ за эти наборы. В течение месяца в рамках акции «Белая трость» были проведены встречи с представителями Всероссийского общества слепых, с незрячими поэтами, состоялось знакомство с книгами со шрифтом Брайля.